от Уитни Хьюстон. Я теряю корни. Легендарные и новые хиты на Радио BA. Заканчивается учебный год, впереди каникулы, детей подстерегает большое количество опасностей. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит радиоакцию, посвященную Дню защиты детей. Я предлагаю вам ответить на вопросы и получить подарок от объединенной редакции журналов «Служба спасения» и «Юный спасатель». В качестве подарка фирмовая флешка, собственно, хорошая такая, симпатичная, с эмблемками МЧС. Вот вопрос. Как называется мультфильм, созданный МЧС для обучения детей правилам безопасности? Вот варианты ответов, а есть и такие подсказки. Да, итак, вариант А – «Азбука безопасности», вариант Б – «Волшебная книга», и вариант В – «Волк и безопасность». Ваши варианты ответов присылайте к нам на СМС номер 104.6. Жду. BA. Здесь начинается радио. BA. Здесь начинается радио. Итак, радиоакция от Министерства чрезвычайных ситуаций. В качестве приза у нас выступает флешка. Вот вопрос, который был задан. Как называется мультфильм, созданный МЧС для обучения детей правилам безопасности? Были варианты ответов. Правильным оказался «Волшебная книга». Первым правильный ответ прислал абонент, чей номер начинается на цифры 259. Я вас поздравляю, флешка ваша. А о том, как ее получить, вы можете прочитать в смс-ке, которую я вам уже прислал. Но а МЧС напоминает, что в летний период возрастает количество происшествий с учетом детей. Уважаемые родители, сделайте все возможное, чтобы ваши дети находились под присмотром, были заняты интересным делом и не искали себе развлечений в опасных местах. Вообще они могут слушать легендарные новые хиты здесь, в эфире на Радио BA. Услышимся в следующем часе после выпуска серьезных новостей. BA. Здесь начинается радио. Заканчивается учебный год, еще парочка дней. В школах прозвенят последние звонки. Пора долгожданные, благодатные летние каникулы. Но именно в их период наших детей подстерегает множество опасностей. В связи с этим и с целью привлечения внимания к проблеме детской шалости с огнем, МЧС проводит акцию, посвященную Международному дню защиты детей. Друзья мои, и у нас есть специальные призы от Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также от объединенных редакции журналов «Служба спасения» и «Юный спасатель флешки». Да, братцы, чтобы, собственно, получить этот замечательный подарок, достаточно ответить на вопрос. Кого спас на пожаре в произведении Самуила Яковлевича Маршака «Пожар» отважный пожарный Кузьма? Давайте вспоминать классическую детскую литературу. Вот варианты ответов. Девочку Машеньку, девочку Леночку или же девочку Танечку. Варианты ответов присылайте к нам на смс-номер 104.6. Буквально через несколько минут подведем итоги и флешку отдадим. Радио BA 104.6 FM в Минске. Кто спас на пожаре девочку в произведении Самуила Яковлевича Маршака «Пожар»? Друзья мои, варианты ответов. Машеньку, Леночку и Танечку. Абсолютно правильный ответ. Девочку, Леночку. Поздравляю абонент, чей номер начинается цифрами 136. Вы получаете в подарок флешку от Министерства по чрезвычайным ситуациям и от объединенной редакции журналов «Служба спасения» и «Юный спасатель». Ну и помните, дорогие друзья, что в летний период опасность для детей представляют водоемы, карьеры и стройки. Предупредите детей, что играть в этих местах категорически запрещается. Объясните, чем это опасно, какими могут быть последствия, и расскажите, почему нельзя купаться, если рядом нет взрослых. BA. Здесь начинается радио.
Заканчивается учебный год, вот еще пару дней в школах прозвенят последние звонки, дальше каникулы, и в связи с этим, с целью привлечения внимания к проблеме детской шалости с огнем и прочим, из Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь проводит акцию «Не оставляйте детей одних». Друзья мои, вы можете ответить нам на вопрос от МЧС и получить в качестве подарка флешку. Вопрос сегодня звучит следующим образом. Кто спас на пожаре девочку и ее куклу в произведении Льва Николаевича Толстого «Пожарные собаки»? Вот варианты ответов. А. Собачка по кличке Боб. Собачка по кличке Булька. И В. Щенок по кличке Дружок. Варианты ответов А, Б или В присылайте к нам на смс-номер 104.6. Буквально через несколько минут подведу итоги. Эй, здесь начинается радио. Итак, друзья мои, к нашему вопросу возвращаемся. Кто спас на пожаре девочку и ее куклу в произведении Льва Николаевича Толстого «Пожарные собаки»? Собака по кличке Боб, собака по кличке Булька и щенок по кличке Дружок. Правильный ответ – собака по кличке Боб. Абонентский номер начинается цифрами 7850. Я вас поздравляю. Вам достается в подарок флешка от объединенной редакции журналов «Служба спасения», «Юный спасатель» и от Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ну и помните, дорогие друзья, что в летний период опасность для детей представляют водоемы, карьеры и стройки. Предупредите детей, что играть в этих местах категорически запрещается. Объясните, чем это опасно, какими могут быть последствия, и расскажите, почему нельзя купаться, если рядом нет взрослых.